Здравствуйте! Я преподаватель Самульнори Eo Sumin. Сегодня мы продолжим знакомство с основными техниками, используемыми при игре на инструменте гуэнгуари. Мы уже узнали, что играя на гуэнгуари, используются два вида магымсэ – непроизвольный и осознанный. Сегодня мы рассмотрим прием осознанного магымсэ, который применяют для того, чтобы показать все разнообразие ритма. Его можно осуществлять как между чанданами, так и между самими ударами, изменяя тем самым продолжительность звука или его окраску. При игре на инструменте гуэнгуари задействуются даже самые мельчайшие доли ритма. Поэтому считается, что именно умение их контролировать и является самой главной частью исполнения. В нотах чонгамбо осознанное магымсэ обозначается черными закрашиваниями. Его можно часто встретить в технике гэг, которую мы в прошлый раз с вами изучали. Тот самый момент применения магымсэ для наглядности обозначает черными полукругом. Давайте вместе отработаем прием осознанного магымсэ, например, упражнение, в котором используется техника гэг. Первое упражнение. Раз, два, три, два, три, and четыре. Гэг! 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 Второе упражнение исполняется с ударом гэг на первую долю и последующим ударом гэг на вторую долю. Это упражнение можно выполнять двумя способами. Полностью зажимая гуэнгуари всей ладонью и с большим пальцем. Или слегка наклонив инструмент в сторону, как бы положив его на ладонь. Раз, два, три, два, три. And two, can get, can get, can get, can get. В зависимости от варианта исполнения или от чандана может исполняться и тот, и другой способ. Поэтому советую вам отработать оба варианта. Третье упражнение похоже на предыдущее, только здесь наоборот. Сначала вы закрываете звук с помощью удара гэг, а затем открываете его, играя кэн. Здесь технику гэг можно также исполнять двумя способами. Откладывая инструмент всей рукой или слегка наклоняя его в сторону. Раз, два, три, два, три, четыре. Гэг-кэн, 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 гэг-кэн. Сегодня мы отработали прием осознанного магымсэ на примере техники гэг. Много великих мастеров гуэнгуари говорят, что осознанный магымсэ наполняет звучание гуэнгуари душой за счет того, что в нужный момент он позволяет звуку литься или наоборот закрывать его. Гуэнгуари довольно шумный инструмент.
Поэтому, если вы хотите извлечь из него действительно красивый звук и вложить в него все свои чувства, могу вам точно сказать, что вас ждет кропотливая работа над магымсэ. До новой встречи! 안녕!